Сегодня на политической карте мира более 200 государств. В 28 из них монархическая форма правления. Формула власти продолжает рассказывать о монархиях, выдержавших испытания веками. Мы в Испании. В 20 веке монархический дом на Пиренейском полуострове пережил самые трагические моменты за всю многовековую историю существования. И вот уже 27 лет на престоле потомок Габсбургов и Бурбонов Хуан Карлос Альфонсо Виктор Мария де ла Сантиссима Тринидад и де Тодос Лос Сантос Бурбон и Бурбон, сокращенно Хуан Карлос I. Испанская католическая королевская власть ведет отсчет с 15 века. 1469 год. Брак между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской. Начало объединения Испании. 1516. Вступление на престол Карла I Габсбурга, ставшего императором Священной Римской империи под именем Карла V. 1700. По завещанию трон переходит внуку французского короля Людовика XIV Бурбона Филиппу V. 1931. Падение монархии. Король Альфонс XIII покидает Испанию. С 1975 монархия восстановлена на престоле внук Альфонса XIII Хуан Карлос I. Король Испании Хуан Карлос I практически не дает интервью журналистам. Для формулы власти его величество сделал исключение. Когда Хуан Карлос стал королем, ему настоятельно советовали переехать в королевский дворец Ориенте в центре Мадрида. Но он остался с семьей в скромном загородном дворце, дорогой его сердцу, Сарсуэлле, в предместье Мадрида. Нам была оказана высокая честь быть принятыми именно здесь, в личной резиденции монаршей семьи, дворце Сарсуэлле. Прежде всего, я хочу приветствовать вас и сказать, что мне очень приятно принимать вас и российское телевидение. Ваше Величество, вы уже бывали в России, бывали еще, по-моему, в Советском Союзе. Вот для вас Россия уже более-менее знакомая страна. Вы встречались, кстати, с нашим президентом Владимиром Путиным, встречались здесь, в Мадриде. Мы с королевой совершили несколько поездок в Россию. Первая из них была, по-моему, в 1984 году. И с тех пор мы неоднократно совершали визиты. Помню, как во время одной из моих поездок мы обедали с президентом Путиным. Когда я возвращался из Казахстана в Мадрид, он удостоил меня высокой чести быть приглашенным на обед. Прежде всего, хочу сказать вам, что нас не оставляет желание снова и снова приезжать в вашу страну, чтобы углублять наши личные отношения. И особенно для того, чтобы еще лучше узнавать этот великий русский народ, эту нацию. Попытаться проникнуть глубже в русскую душу. Мне бы хотелось воспользоваться этой возможностью, чтобы направить приветствие президенту Путину, моему другу, президенту Путину. Вчера, 9 февраля, исполнилось 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Россией и Испанией. «Амиго», «друг» — это самое частое обращение, которое звучит на встречах российского президента и испанского короля. Владимир Путин и Хуан Карлос I познакомились почти что 7 лет назад. В июне 2000 года российский лидер посетил Мадрид с первым после своей инаугурации официальным визитом. Хуан Карлос I приезжал в Россию в сентябре 2001 и в августе 2002 года. Тогда Владимир Путин и испанский монарх не только говорили о политике, но и осматривали достопримечательности Кремля. Ваш визит, частный визит, лишний раз подчеркивает уровень отношений между Испанией и Российской Федерацией, который достигнут за последнее время. Ровно год назад, по приглашению Его Величества, президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Испанию. В ходе этого визита президент России встречался и с главой испанского правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро,
Главной темой переговоров стало укрепление российско-испанского торгово-экономического сотрудничества. Я полагаю, у Испании и России имеются возможности расширить объемы взаимной торговли, а также увеличить испанские капиталовложения в развитие таких секторов российской экономики, как транспорт и строительство. Это представляет для нас большой интерес. А еще через полгода, в августе 2006-го, по личному приглашению Владимира Путина, король Испании Хуан Карлос I гостил в резиденции президента России Бочаров-Ручей в Сочи. Ваше Величество, история российско-испанских отношений уходит вглубь веков. Она начиналась, по-моему, еще во времена Карла V. Как вы оцениваете современное состояние российско-испанских отношений? Я оцениваю его очень положительно. Особенно если учесть, что на протяжении столетий в наших отношениях, в нашем взаимопонимании были как подъемы, так и спады. Сейчас наши отношения просто прекрасные, очень хорошие. Главное, что российские и испанские народы всегда понимали и любили друг друга. В начале XVI века Карл I Габсбург передал письмо для московского князя Василия III. Из Москвы с ответом приехал первый официальный представитель русского двора. В XVII веке царь Алексей Михайлович отправил в Испанию миссию во главе со стольником Петром Потемкиным, который вручил Карлу II царскую грамоту. Вот он, наш русский посол Петр Иванович Потемкин. Его портрет мы обнаружили в знаменитом музее Прадо, рядом с мировыми шедеврами испанской живописи, которые век за веком отражают путь испанской монархии. Нужно лишь всмотреться. Это 15 век, сюжеты только на религиозные темы. Католическая церковь безжалостна, монаршая семья Изабеллы I и Фердинанда II вводят священную инквизицию. Первая страница испанского абсолютизма. А вот век 16-й, высокое возрождение. На отдаленный Пиренейский полуостров проникают веяния Сапенин. Испания, колонии которой к тому моменту уже протянулись от Лабрадора до Бразилии, готова открыться Европе. Это время появления на престоле потомка Габсбургов, который очень скоро станет императором Священной Римской империи Карлом V. Думаю, что я всегда в какой-то мере восхищался Карлом V. Который заложил основу нынешней Европы. Всегда вспоминаю картину из монастыря Юсте, представляющую страны, которыми правил Карл V. Если проводить историческую параллель, сравнивать с современной Европой, то думаю, что Карл V еще в те времена попытался создать Европу на свой манер. Я испытываю огромное восхищение перед ним. Так получилось, что с другими бывшими европейскими владениями своего предка Хуан Карлос познакомился намного раньше, чем со своей родной Испанией. Он родился в Риме 5 января 1938 года. К тому времени вся королевская семья во главе с испанским королем уже 7 лет находилась в изгнании. С начала 30-х на Пиренеях была провозглашена республика. 17 июля 1936 года генерал Франко поднял мятеж. 3 года длилась гражданская война. В 1939-м Франко пришел к власти и до 1975 года, до самой смерти, сохранял в Испании диктаторский режим. И все же Каудильо заботило будущее страны. 25 августа 1948 года Франко пригласил отца Хуана Карлоса, графа Барселонского, находившегося с семьей в изгнании в Португалии, на свою яхту «Асор» в Бискайском заливе и предложил отдать ему, Каудильо, на воспитание сына, потомка Габсбургов и Бурбонов. Отец сам мечтал о короне, но понимал, что только такой ценой можно вернуть династии трон. 9 ноября 1948 года 10-летний Бурбон и Бурбон впервые ступил на испанскую землю. Здесь, вдали от отца и матери, ему предстояло почувствовать глубинное родство со своими далекими предками, постичь величие своей страны, которая открылась и нам в полотнах мастеров 17 века, золотого века испанской культуры. Полнота жизни, ее вкус, цвет в полотнах Диего Веласкеса.
Но для нас Веласкес гениальный мастер, а для Хуана Карлоса придворный художник его прапрапрадедушки Филиппа IV. Вот таким увидел живописец своего короля на охоте. А вот принц Бальтазар Карлос на коне. Тоже, как и Хуан Карлос, наследник испанского престола, только 3 веками раньше. Вашей прекрасной династии, династии Бурбонов, тоже 300 лет, даже больше, чем 300 лет. Это великая королевская династия Испании. Вот когда вы вспоминаете свою великую династию, кто вам приходит на ум прежде всего? Что касается Бурбонов, то чаще других я вспоминаю Карлоса III. Это был великий король, очень любимый в народе, который совершил великие деяния для Испании. Он правил много лет и хорошо знал жизнь городов. Его даже называли король Алькальд, король мэр. Помимо того, что он занимался политикой, он всегда очень заботился о народе и городах Испании. Это был великий король. Портрет этого великого короля мы тоже увидели в Прадо. Вот так изобразил Карла III его выдающийся современник Франциск Жозе де Гойя. Чуть ироничная манера художника с настойчивостью указывает на век 18. Мы переворачиваем еще одну страницу великой истории, чтобы приблизиться к сюжетным поворотам истории нового времени. Аэрофлот. С нами мир ближе. Шли годы. Принц стал взрослым и однажды встретил свою принцессу. В мае 1962 года состоялось венчание Хуана Карлоса с греческой принцессой Софией, сестрой последнего греческого короля. А в этом году счастливому браку исполняется 45 лет. У монаршей четы 3 инфанта Елена, инфанта Кристина и наследный принц Филипп и принц Астурийский. А 45 лет назад вспоминает королева София. Между 1963 и 69 годом мы с принцем жили в Сарсуэле, не имея ни прав, ни обязанностей, ни дела, ни какого-либо ранга по протоколу, ни определенного финансирования. У нас не было ничего. Мы и сейчас говорим между собой, вспоминая те времена, тогда, когда мы были никто. Я оставалась тем, кем была до замужества, греческая принцесса, и все. Хуан Карлос не мог подписываться именем принца Астурийского, потому что Франко запретил ему это. Мы были похожи на двух молодых людей, что сидят на куче чемоданов в аэропорту. Нашей главной мечтой в те дни было достижение в будущем монархии и демократии. Мы постоянно думали об этой главной цели, и мой муж, и я. И вот наступил важный момент в судьбе Хуана Карлоса. Рожденный наследным принцем, он из рук диктатора получил право на обладание короной. 22 июля 69 года во франкистском парламенте Кортеса Хуан Карлос был приведен к присяге как преемник государства в ранге короля. Ему было присвоено звание генерала 3 родов войск – армии, авиации и флота. Механизм, запущенный Франко много лет назад, постепенно подходил к завершающей стадии. Хуан Карлос был готов к этому. Не готов был один человек, его отец. Вспоминает королева София. Придя домой, Хуан Карлос сразу сказал мне: «София, все решено. Франко только что предложил мне стать его наследником, и я принял предложение». Реакция дона Хуана была яростной, он был взбешен. И начиная с этого дня, несколько месяцев не разговаривал с сыном. Я никогда не видела своего мужа таким страдающим. Радость назначения его преемником была отравлена этой болью. Мой отец с детства учил меня тому, что такое служба, что такое долг, что значит чувствовать себя испанцем, так как мы находились за границей. Он научил меня прежде всего тому, что значит быть настоящим испанцем. И по мере того, как проходили годы, он был моим лучшим советчиком. Прежде всего, он был лучшим учителем, а затем уже самым хорошим советчиком, когда я стал королем. Он всегда остается со мной. Я его очень часто вспоминаю.
обратимся к воспоминаниям королевы Софии. Когда скончался генерал Франко, принц мрачно пошутил. Теперь не знаешь, чего и ждать. То ли корону на бархатные подушечки поднесут, то ли уведут под конвоем. После смерти Франко его дочь передала для оглашения по телевидению завещание отца, в котором Франко обращается к вооруженным силам с указанием хранить верность принцу Дону Хуану Карлосу де Бурбону. В этот момент вооруженные силы вновь почувствовали, что у них есть главнокомандующий, которым был я. 22 ноября 1975 года принц был приведен к присяге и провозглашен королем Испании под именем Хуана Карлоса I. Даже на коронации Хуан Карлос был в военном мундире. Армия должна была видеть, кто теперь главнокомандующий. Слишком много противоречивого было в тот момент в испанском обществе. Франкисты, монархисты, коммунисты, социалисты. Те, кто жаждал демократии, те, кто готов был с оружием в руках отстаивать диктатуру. Вот какими словами король завершил свою тронную речь. Король хочет быть королем для всех одновременно и для каждого в отдельности, в его культуре, истории и традиции. Если мы сохраним наше единство, мы завоюем будущее. Да здравствует Испания! Вспоминает королева София. Люди кричали. Очень много было людей и много чего кричали. В нашу защиту и против нас. Мы прекрасно слышали «Франко! Франко!» И вслед за этим «Долой Бурбонов!» И тут же «Да здравствует король! Да здравствует София! Да здравствует Хуан Карлос!» Король не мог допустить повторения гражданской войны на земле Испании. Политзаключенным была объявлена амнистия. Легализованы все политические партии в стране. 90% граждан Испании высказалось на референдуме за внесение демократических изменений в Конституцию. В июле 1977 года в Испании состоялись первые демократические выборы, а уже в декабре 1978 мирным путем завершилась реформа государственной власти. Была принята новая Конституция, восстановившая гражданские права. В ней монарх назван верховным арбитром. Испания по воле короля стала демократической монархией. Действительно, это была моя идея с самого начала достигнуть полного соглашения всех политических сил, чтобы никто не остался в стороне, не остался исключенным, и чтобы Конституция была действительно нашей общей. «23 февраля 1981 года судьба молодой испанской демократии оказалась на волоске. День попытки государственного переворота. Подполковник Техеро Молина с 200 гвардейцев захватил здание парламента. Эти кадры король увидел по телевидению, в прямом эфире, вместе со всей Испанией». Асальта эль конгресу а пунта де пистола. Всю ночь Хуан Карлос, как главнокомандующий, вел переговоры с путчистами и руководством вооруженных сил. Из книги королевы Софии. «Когда здесь, в Испании, была предпринята попытка военного переворота, я сочла необходимым, чтобы мой сын, принц Филиппа, находился рядом с отцом, который принимал решение. И Филиппа сидел в кабинете отца весь день и весь вечер, пока сон не сморил его в кресле». А увидев, что король в критический момент сохраняет спокойствие и находится в хорошем настроении, мы все тоже успокоились. И не только семья, но и все, кто здесь работал. Мадрид застыл в ожидании. Но когда Хуан Карлос с экранов телевизоров в прямом эфире обратился к нации и осудил действия путчистов, тысячи людей вышли на улицы, чтобы продемонстрировать верность демократии и своему королю. Аэрофлот. С нами мир ближе. В России уже давно нет монархии, нет определенного знания, а что такое современная монархия. Может, кто-то предполагает, что монархи только и делают, что отдыхают, но, насколько я знаю, у вас, например, сегодня очень напряженный рабочий день. Вы очень рано проснулись, чтобы успеть на встречу с нами, у вас сегодня встреча с министрами. Что такое типичный день короля Испании, рабочий день? Ну, не очень легко сказать,
Нелегко рассказать о точном расписании. Все дни наполнены работой, аудиенциями, встречами, конференциями и поездками по стране. Может быть, за пределами Испании люди не очень хорошо понимают, что такое монархия, несмотря на то, что в Европе есть несколько стран с монархическим правлением. Но испанская монархия не такая, как другие. Она особенная. В стране правит законное избранное правительство. А задача короля – быть гарантом единства страны, находиться над политической конъюнктурой и стремиться помочь каждому. Любой испанец, вне зависимости от того, какой политической партии он принадлежит, для меня, прежде всего, испанец. Именно таким образом король всегда находится рядом с правительством, которое управляет страной. Кронпринцу Филиппе легче начинать, чем Хуану Карлосу. Перед ним есть пример отца. Есть у кого учиться профессии короля. Наследный принц еще в отрочестве принес присягу на демократической конституции, а не с отцом единомышленником. С юных лет наследник должен готовить себя к исполнению высоких обязанностей, достойно представлять свою страну миру. Это открытие Олимпийских игр в Барселоне, 92-й год. Кронпринцу 21 год, он несет государственный флаг Испании. А это май 2004-го. Кронпринц Филиппе в центре внимания СМИ всего мира. Повод радостный. В королевском доме свадьба. В соборе Нуэстра Синьора де ла Альмудена в Мадриде популярная телеведущая Летиция Ортис, ответив утвердительно на вопрос священника, желает ли она взять мужья испанского наследного принца Филиппе, стала принцессой Астурийской и будущей королевой Испании. В ночь на 31 октября 2005 года у кронпринца Филиппе и принцессы Летиции родилась дочь, которую нарекли Леонор. После своего отца она является первой наследницей испанской короны. На нашу встречу король прилетел на военном истребителе с острова Майорка. Там его летняя резиденция, любимое место отдыха всех членов королевской семьи. До недавнего времени он сам управлял сверхзвуковым самолетом. Сказывалась военная выучка, но парламент во имя интересов Испании запретил. А вот личный вертолет король пилотирует и сегодня. На Майорке король и королева со всеми своими детьми и внуками ходят в рестораны, наслаждаются великолепной кухней, испанскими ритмами. Посмотреть со стороны – обыкновенная испанская семья. Моя мать учила нас всех братьев любить друг друга, быть единой семьей, помогать друг другу. Действительно, это огромная потеря, когда теряешь своих родителей. И я знаю это не только по себе. По мере того, как это с нами происходит, мы все оказываемся в первом ряду. Мы уже не можем сказать «наши родители». Нет, мы сами уже стоим в первом ряду. Как-то Хуан Карлос сказал, что еще до того, как стал королем, понял простую, но очень важную истину – надо уметь слушать. Он умеет и слушать, и принимать решения. И в том, что Испания органично вошла в семью европейских стран и сегодня служит мостом для сближения Европы с Латинской Америкой, а ведь в современном мире испанский язык для себя считают родным 450 миллионов человек, безусловная заслуга короля Испании Хуана Карлоса I. Спасибо. Мы прощались с королем Испании. Он торопился обратно на Майорку.
На завтра было назначено начало знаменитой королевской регаты. И король, как всегда, собирался лично принять участие в соревнованиях. Так же, как и остальные члены королевской семьи. Ведь Хуан Карлос – призер мировых и европейских регат. А его знаменитую «Фортуну», сделанную по собственным его чертежам, обогнать практически невозможно. Это знает в море каждый испанец.